Между тем, в преддверии Дней Якутии в культурной столице открыли персональную выставку «Образ Арктики» народного художника Якутии Юрия Спиридонова. 50 работ выставили в голубом зале выставочного центра Санкт-Петербургского союза художников. Гостями экспозиции стали поклонники творчества, жители города и даже гости из Владивостока и Харбина. Они смогли насладиться проникновенными пейзажами, сочными красками севера и изысканными декоративными моделями. Экспозиция продлится до 11 декабря. Я давно готовился к этой выставке. Думаю, что зрителям интересно будет. Тем более в этом городе я учился. И здесь есть работы старого образца, как говорится, 80-е годы. Есть работы совершенно в этом году написанные. Несколько работ новых. И вот сзади меня эта декоративная картина. Называется «Лик из Сибири. Триптих».